Мы пережили непростые времена. Пандемия коронавируса, экономический кризис, засуха, политические конфликты. Но вместе мы выстояли. Вместе мы продолжаем бороться с эпидемией. Вместе мы сохранили экономику нашей страны. Мы помогли тем, кто оказался в сложных ситуациях. Наша цель – комфортное, благоустроенное, независимое государство. Наша задача – работать на благо наших граждан. Мы – единый народ. От тебя зависит наше будущее и будущее наших детей. Игорь Дадон – надежный президент. Вместе мы справимся. 1 ноября сделай правильный выбор. Маски и средства гигиены обязательны. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих.